Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Если в предыдущем видеоролике, когда я высаживала вот эти вот томаты, я вам показывала просто схему посадки, сегодня мы затронем тему другую – подкормка. Что нужно положить во время высадки томатов в лунку, чтобы повысить урожай, чтобы растения были сильные, здоровые и дали много плодов. Я каждую весну, когда высаживаю томаты, вот особенно вот эти крупноплодные, им сейчас нужно, они двухметровые будут, им нужно нарастить очень большую зеленую массу, куст вот этот, и для этого требуется много им подкормки. Добавляю в каждую лунку перегной, это обязательно, без перегноя не будет большого урожая. Добавляю перегноя, сыплю немного золы, ну вообще чайную ложку, ой, столовую ложку, одну-две, я сыплю на глаз вот ситечком, и добавляю столовую ложку, можно добавить удобрения, любого удобрения комплексного. Оно продается в любом магазине, их много. Главное, чтобы там было три вещества вместе. И азот, и фосфор, и калий. Все. Все это мы перемешиваем тщательно, поливаем водой. У меня вот лейка, но полить водой я не могу, у меня рука занята. Земля будет вот такая влажная. И уже во влажную землю мы погружаем вот этот наш сеянец. Погружать нужно глубже, чем вот этот стакан. Видите, у него пупырышки. Вот по то место, где пупырышки, желательно его туда заглубить. Это будут дополнительные корни. И растение будет и без того оно крепкое, оно будет еще крепче. Потому что это крупноплодные, им нужна крепкая большая корневая система. После этого вы все польете. И сверху можно еще раз присыпать перегноем, чтобы не было корки. Все. Я вот перегной всегда кладу уже с осени, чтобы весной было свободного времени больше. Но обычно при посадке все делают это весной в лунку. Вот если вы так удобрите, этому растению надолго хватит питательных веществ. И в следующий раз прийти его подкармливать можно будет только, когда он начнет завязывать завязи до этого периода. Ему вполне хватит нашей вот этой вот добавки. В золе всякие микроэлементы, в перегное много азота. Вот это комплексное удобрение. Это будет хорошая помощь. И, естественно, будет увеличение завязи и увеличение урожая. Обо всех, как сказать, не тонкостях и не секретах. Ну, короче, обо всех способах высадки, обо всем я пишу в своей странице в Одноклассниках. Кто недавно добавился, заходите, набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, до свидания. Надеюсь, вот этот маленький видеоролик поможет начинающим огородникам, как сказать, добиться более высоких урожаев. Да, секрет успеха – это перегной, это зола и это немножко комплекс.